14 рулонов ткани на общую сумму 50 миллионов белорусских рублей было конфисковано сотрудниками налоговой инспекции и ОБЭПом Московского района города Бреста. 14 июня при проверке частного унитарного предприятия К сотрудниками инспекции и ОБЭП Московского района был установлен факт незаконного хранения товарно-материальных ценностей. Ткань общей длиной 715 метров хранилась без надлежащих документов, подтверждающих ее приобретение. В результате проверки сотрудниками инспекции был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы направлены в хозяйственный суд Брестской области для рассмотрения. За 6 месяцев 2013 года работниками инспекции Министерства по налогам и сборам по Московскому району города Бреста установлен факт хранения товарно-материальных ценностей без подтверждающих документов у 25 субъектов хозяйствования. В ходе контрольных мероприятий за 6 месяцев 2013 года работниками нашей инспекции арестовано и конфисковано более 1000 единиц швейных изделий и более 4000 метров ткани на общую сумму 625 миллионов белорусских рублей. По данным налоговой инспекции, только в Московском районе города Бреста насчитывается около 150 субъектов хозяйствования, осуществляющих швейное производство. Все они исправно платят налоги в бюджет государства, общая сумма которых уже в этом году составила около 14 миллиардов белорусских рублей.